9 человек за последние сутки скончались от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб республики. Диагноз COVID подтвержден еще у 83 человек. Всего за весь период пандемии ковидом переболели почти 15,5 тысяч человек. Напомню, не пренебрегайте правилами безопасности. Минздрав рекомендует максимально сократить посещение общественных мест, стараться соблюдать личную гигиену, носить маски и держаться дистанции в 1,5-2 метра.